Я пошел, прошелся по району и нашел казан. Мы его отмыли, не знаю, умрем мы после этого или нет, но вроде как я его отмыл. Так, Юрий, скажи, у хозяина искать не будет? Нам и так хватало с этими документами проблем. Да, мы просто похаваем и вернем. Обычно записать 6 буквами, а затем 5 буквами. Отродясь содержала 8 букв, а изредка состоит из 7 букв. Ой, ну это что? Сложно. Да. Ты у нас филолог. Ты хороший педагог? Я математический педагог. Ты математический педагог? Я математический педагог. А здесь смотри, сколько цифр. Да, тут как раз под математику она попадает. Так, я педагог математического класса дошкольного, первого класса. А здесь и нету дробей. Слушай, знаешь что? Ты знаешь, что армяне из огня появились? Армяне появились из огня? Да. Я не знаю, я верю, потому что как ты так мангал этот построил? Итак, значит, смотрите, как мы будем это все готовить. Значит, сначала мы в казан наливаем масло. Масло, казан должен подогреться, масло должно раскалиться. Максимально раскалиться. Что-то пошло не так. Подожди, еще рановато. Там происходит что-то странное, потому что Вась Васич, ты должен пойти разобраться. Сходить на проверочку, да. Потому что... Я не понял, блин, без меня, я так и знал. Юрца одного с огнем оставлять. Ха! У нас казан дырят! Казан. В смысле, что с казаном-то? Ну что, дырявый, что? Почему дырявый? Мы его расплавили, его нельзя было закидывать на такие. Боже мой. Уважаемые смотрители, представляю вам первого армянина, который не сумел на Казани сделать еду, потому что все у него провалилось. Юрец, ну как так? Ну объясни, ну как так? Не знаю.